24 мы продолжаем следить за новостями этих выходных. Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Палестинский лидер рассказал о кризисе отношений с Вашингтоном. По словам Аббаса, неконструктивная позиция руководства США вынудила заморозить контакты с американцами. Я знаю, что ситуация в регионе сложная, но признателен вам за то, что вы использовали такой повод, как чемпионат мира, для того, чтобы приехать в Москву. И мы рады возможности провести с вами консультации по двусторонним отношениям и по тому, что происходит вокруг Палестины, рядом с Палестиной, по региональной проблематике. У нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям и о ситуации, которая складывается в регионе, как я уже говорил. Я рад возможности проинформировать вас о наших контактах с вашими соседями, с лидерами других стран. Позвольте поздравить вас, поздравить с тем, что вам удалось достичь, я имею в виду здесь прежде всего организацию чемпионата мира, и это не только мои поздравления, пожалуй, это поздравления всего мира. И как вы знаете, наши отношения с Соединенными Штатами Америки переживают не лучший период своей истории. Также вы знаете, мы остановили все наши контакты с американцами, в первую очередь это связано с тем, что они пытаются реализовать так называемую сделку века. И мы считаем, что первым шагом на пути реализации этого плана стал перенос посольства США в Иерусалим.